Привет, друзья, вот такая ситуация. Тут ко мне собака подошла, овчарочка. Вон, гладится. А там Олежка на нее агрессирует. Но она на него тоже агрессирует, когда он выходит. Давай, иди, 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 уходи, уходи. Да что ты, ну? Давай, беги, беги, беги. Иди, 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 давай. Уходи, уходи, уходи. Уходи давай, уходи. Олега закрыл в подъезде. Чё ты? Не надо, не надо, фу. А вот так вот люди, которые собак боятся, представляю бы, что испытали. Вот она встает, лапы кладет сверху на меня. Как бы я не против, конечно, но... Чё, за поводочек хочешь его вытащить оттуда? Нет, нельзя, фу. Всё, беги, иди, 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 давай. Всё, 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 всё. Уходи, уходи, уходи. Дела, да и только. Что делать-то? Домой, что ли, Олега вернуть? Да что такое, а? Там собака. Там собака. Прогулка не состоялась. Ну, хотя Олег сегодня уже гулял. Хотя я так его хотел с собой до клуба взять. Но понял, что оставлю дома. Заходи. Настя! Разденешь Олега? Ты играть хотела. О, какая. Она классная. Клевая, да, добрейшая. Но это Олег на нее начал бросаться, она тоже в ответочку. Иди домой. Все, иди домой. Вот такие дела, друзья. Пока. Не дала Олегу погулять. Или это он? Она вроде, да? Она вроде. Че, ты с нами решила погулять? С нами решила погулять. Репей где-то нашла еще. Yes. Где репей нашла?